В компании «Газпром Трансгаз Томск» проходит фестиваль профессионального мастерства. Из-за коронавирусных ограничений в формат состязаний внесены изменения, но главные принципы остаются прежними. Между собой соревнуются лучшие сотрудники всех 26 филиалов компании из 14 регионов России. Фестиваль профессионального мастерства «Лучше по профессии» – одна из главных корпоративных традиций «Газпром Трансгаз Томс». С каждым годом количество конкурсов увеличивается, а мастерство участников растет. Стать лучшим в такой компании всегда престижно. В этом году фестиваль проходит в онлайн-формате. Для нас было принципиально провести этот фестиваль, потому что это юбилейный 10-й фестиваль профессионального мастерства. Когда были определены участники этого фестиваля, мы не могли допустить, чтобы люди, которые готовились к этому фестивалю, просто не поучаствовали в нем. В фестивале представлены 16 профессий и специальностей. Первым серьезным вызовом для организаторов стала теоретическая часть, ведь для всех 317 участников нужно было создать равные условия. Специалисты корпоративного института и службы связи компании подготовили 81 площадку для компьютерного тестирования. Онлайн, мне кажется, сейчас вообще ни у кого сложности не вызывает, все к этому привыкли. Единственное, что я скажу, не было ощущения конкуренции. Каждый на своем месте, каждый у себя, и в связи с этим, ну, нет вот этого чувства, что ты с кем-то конкурируешь. Хотя, мне кажется, это даже хорошо. И мы, наверное, больше как просто коллеги, которые участвуют в одном конкурсе. В практической части участники решали бизнес-кейсы, проверяли документы, проходили спортивное тестирование и готовили видеовизитки, продемонстрировав сплав профессионализма и креатива. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Здравствуйте! Мы на Камчатке! Хеллоу! Михаил, привет! Поехали! 10-й юбилейный фестиваль профессионального мастерства «Лучше по профессии» компании «Газпром Трансгаз Томск» уже состоялся, но еще не стал историей. Определились лучшие специалисты по охране труда, делопроизводители, внутренние аудиторы, интегрированные системы менеджмента, преподаватели и молодые работники. Практическая часть в остальных 11 номинациях, где равные условия для участников можно создать только при очном соперничестве, пройдет, как позволит, эпидемиологическая обстановка.